Всем привет! С вами Алексей Буриков, и вы находитесь на канале компании Праздник Мастер. Сегодня в нашем видеообзоре мы рассмотрим следующие шары 12 дюймов, и они называются инстаграмщицы. Давайте скорее откроем, надуем и посмотрим. Цвета у нас тут. Раздуем сейчас, посмотрим надписи. Для этого пользуюсь компрессором. Вот такой. Вот такой. Это такой же рисунок. Вот такой рисунок. Так, мы сейчас развернем, чтобы было видно, что у нас есть. Так. Фотка меня это есть. Хэштеги. Фоткай меня. С фоткой. Черные будут только с фоткой меня, как будто ноги длинные. Ты на 1 000 000 лайков и с хэштегами. Три рисунка. Они идут как под воздух, так и под гелий. Давайте надуем один шар гелия и посмотрим, как он летает. Чтобы шарики летали дольше, я пользуюсь специальным составом High Float для увеличения продолжительности полета. Одеваем шарик. Капаем туда. Обрабатываем шар. И через специальное оборудование Конвин я надуваю латексный шар. Вот такой шарик. И закрепим его. Давайте на желтую. На желтую ленту. Так. Надуем следующие два наших шара, которые были. Также обрабатываем хайфлотом. И надуваем. Надуваем следующий шар. На 1 000 000 лайков. Вот такие шары тематические. Сегодня мы рассмотрели в нашем видеообзоре. Хочешь быть в курсе? Подписывайся на канал компании Праздник Мастер, ставь колокольчик. А с вами был Алексей Буриков. До новых встреч. Пока.